Итак, чтобы получить необходимую мне сумму, каждый из вас сделает несколько так называемых комбинированных ставок на матч старта против рассвета. А что такое комбинированные ставки? Букмекер предлагает спрогнозировать два или несколько независящих друг от друга исходов одной игры. Например, результат встречи плюс еще какое-то событие. Если мы все угадали правильно, сумма выигрыша увеличивается в разы. Но в случае неправильного прогноза хотя бы одного из событий, ставка сгорает полностью. Да, ну это как-то стрёмно все. А вы не боитесь? Нет. Это вполне реализуемая задача. Мы знаем, что выиграет старт. Теперь мы должны спрогнозировать другие события. Проанализировав предыдущие матчи, могу сказать, что капитан команды «Старт» привык начинать игру на правых воротах. А что, если жребий выпадет рассвету? Также, основываясь на анализе игр, полагаю, что капитан команды «Рассвет» с наибольшей вероятностью выберет первый удар, оставив право выбора ворот. Старт. Итак, стадион построен без теневых укрытий. Время начала игры 11:00. Так, давай назад. Левее. Еще два шага. Вот так, стоп. Согласно метеорологическому прогнозу, утро в день матча будет на 97% солнечным. Учитывая некоторые нарушения при строительстве стадиона и угол падения солнечного света, старту придется играть первые 15 минут против солнца. Практически слепо. Беги, не беги, не беги. А, все нормально? Слышали про FIFA? Какая нафиг FIFA? Валим, 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 валим. Close doors, I'm a fool for your love.